делаю. Ой. Что-то я такого не Быстрее, помню. быстрее. Да, я тоже не помню. У нас небо всегда было Ну, смотря, видно. что ты называешь облаками. Ну, не знаю, дым такой. Ветер, как бы. Пойду за фарчиком буду здесь. Типа буря такая идет. Было бы круто, ты знаешь, на это посмотреть. Я имею в виду, когда они введут эту штуку. Ну вот, я снимаю, сейчас кину в YouTube. Я помню, когда-то туман был, просачивался сквозь стены. Сейчас посмотрю, ли эти облака так само. Я как раз возле домика. Вроде нормально. Хотя не. Через стены тоже вроде проходит. Ну, они могут, нет, понимаешь, это самое. Если они что-то даже ввели, они могут это самое, как бы, не доработать, как всегда, они приходят. Сначала вводят, потом дорабатывают. Прикольно так. Через корабль тоже просвечивает. Сейчас еще вид сверху засниму. Интересно, как они геймплей сделают, когда прыгать придется по 40 минут между планетами. Тут еще и остановочки будут, так что я думаю, не вопрос. Смысле остановки. Ну, они ж в АТВ говорили, что сделают трап-стоп, ну, получается, типа остановки на отдых и прочее. То есть станции будут такие висеть в воздухе. Станция отдыха или как они называются? Для чего? То топливо может не хватить. Да, допустим, заправиться топливом или отдохнуть. То есть за счет того, что долгий будет перелет, они сказали, что у них на данном этапе, то есть в данном геймплее, то есть это может все поменяться, но на данном геймплее, который они тестируют,